Кубок Бенелли – визитная карточка украинской практической стрельбы, известная не только у нас, но и за пределами нашей страны. Родившись в 2010 году как результат творческого тандема компании «Ствол» и киевского клуба «Практика», матчи под названием «Кубок Бенелли» стали украшением календаря украинского IPEC и радостным событием для многих ружейщиков. За последнее десятилетие три украинских города были удостоены чести принять Кубок Бенелли – Киев, Днепр и Одесса. А побороться за главный приз приезжали европейские спортсмены из Болгарии, Чехии, Италии и Сербии. Ведь далеко не на каждом матче появлялся шанс выиграть новое ружье от Бенелли. Казалось бы, украинских стрелков довольно трудно удивить, но в 2019 году компания «Ствол» постаралась поднять планку на новый уровень. Кубок Бенелли 2019 года стал не просто стрелковым мероприятием, собравшим поклонников практической стрельбы из ружья, но обо всем по порядку. Построение было торжественно открыто речью представителя компании Бенелли Арми, знакомого многим украинским стрелкам, мистера Андреа Луини. Доброе утро! Доброе утро! It's the only word that I know in Ukrainian. So thank you very much that you are here. Welcome. Всем спасибо, что пришли. Добро пожаловать. So my name is Andrea Luini. I'm the export sales manager from Benelli Army. Меня зовут Андреа Луини. Я экспорт менеджер Benelli Army. And on behalf of Benelli Army, we are very happy that today we have finally the Benelli Cup here in Kiev. Мы очень счастливы, что вы собрались здесь на нашем Кубке Бенелли. It's really important for us to be here because we want to show you they are very close to Ukraine. Ukraine for us is a very important market. Нам очень важно, что вы все здесь собрали, потому что Украина для нас очень важна. So we wish you a great day and please don't forget that at the end of your competition we have the show from Davide De Carolis. Я желаю всем вам отличного дня и не забудьте, что в конце дня будет шоу Давида Де Каролиса. David is making a video, so but I stopped him, so please don't forget that at the end of the competition we will have a fantastic show. Концу кубка Давида покажет рукавое шоу. That's the second time that Davide makes a show outside Italy. He did the first time 1 month ago in France, and that's the second time that he's making his performance outside Italy. Это... Это первый раз, когда Давид выступает в Украине, и второй раз за границей. Первый раз был во Франции. So, thank you very much, and we wish you good luck. Всем удачи. После завершения напутственной речи мистера Андреа и закрытия построения участники соревнований отправились на 10 разнообразных упражнений общим количеством выстрелов 135. Дмитрий? Так, два слова. Мы снимали твое прохождение, рассказывали про футболку. Вот автографы звезд мирового IPEC, которые они лично 31 мая, в последний день лета этого года, писали Дмитрию, и на спине там еще Дмитрию написали. Просто два слова в прямой эфир для Украины. Наслаждайтесь матчем, стреляйте побольше, все будет Бенелли. Спасибо, дорогие. Спасибо, все не отвлекаем, Александр Сик. Слова ты молчишь. Все хорошо?
Пока проводилась верификация и подсчет результатов, участники матча и гости соревнований получили возможность вживую оценить мастерство Давиде де Каролеса, известного итальянского стрелка, специально приглашенного компанией Benelli Army. Украина приняла очень тепло Давида де Каролеса. Sono davvero orgoglioso di questo perché la prima volta che vengo qui. И Давиде очень горд тем, что он первый представитель этого вида стрельбы на Украине от компании Benelli. Spero ci saranno nuove opportunità per questo. И Давиде выражает надежду на то, что представится еще не одна возможность прибыть сюда к нам. Sono qui a rappresentare la Benelli Army. Здесь Давиде представляет компанию Benelli Army. E sono orgoglioso e felicissimo di rappresentare questo team. И Давиде счастлив и очень горд этой честью представлять компанию Benelli Army. E di condividere la particolarità di queste armi con tutti voi. И также Давиде хочет разделить эту гордость и счастье и радость владеть этим оружием со всеми нами, со всеми присутствующими сегодня здесь. Questo campo è magnifico, ci sono molti tiratori di shotgun. Прекрасный полигон, очень много стрелков и фанатов ружья. Molto professionisti. Очень много профессионалов. Concentrati e super professionali. Даже более чем профессионалы, сконцентрированные и подготовленные стрелки. Посмотрев на мастерство итальянского трюкового стрелка, участники матча были приглашены на награждение. Приятным сюрпризом стали кубки и медали, изготовленные по уникальному дизайну. Таким образом, каждый призер получил уникальный памятный сувенир о прошедшем матче. Приятным сюрпризом для компании Benelli стала победа в категории «Леди» юной Александры Илюхиной, самого молодого стрелка заводской команды «Би-Тим», стреляющую наравне с топовыми стрелками Европы. А самой главной изюминкой Benelli Cup 2019 года стал розыгрыш не одного, а целых двух ружей от компании Benelli Army модель «Супернова». Таким был украинский кубок Benelli 2019 года. Компания «Ствол» благодарит участников и желает им новых побед. Пусть ваше оружие никогда не подводит и всегда бьет точно в цель.